глава 36. Видя того народа, он жалился над ними, что они были рены и растеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда он говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, моли господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Православные плохо знают Писание, но вот эти места слышали. Они по-славянски похоже читают. Рассеянно. А вот эти слова, которые говорят, что рассеянно, они больно бьют по тем, кто принял собирать. Вот третья книга Царств, 22 глава, 17 стих. Напоминаю эту историю. Два царя готовились на войну, обсудили, план составили, а сердце неспокойно. Оба евреи, но уже царство было разделено после сына Соломонова, израильское и иудейское царство. Все распланировано, а это война. Давайте вопросили небесные силы, а они говорят через людей. И все единодушно говорят: будет победа. А знаете, какая эйфория, когда еще не вышли на войну и точно знаешь, что победа будет. Я в архивах считал старые газеты, ходил специально в краевой. И вот считаю, 41-й год. Киев не сдадим никогда. Врагу не топтать киевского крещатика. Заголовки. Неделя проходит. Киев сдан. Клятвенно утверяет. Снова считаешь, орел никогда не будет под пятой фашистских захватчиков. 3 дня прошло, орел сдан. Это человеческое все. Но когда Бог говорит, вот надо преклонить ухо. И вот собрали всех пророков. И все одинаковые пророки, при том пророки-то хорошие были. Никогда не были замечены в скверных делах, им доверяют. И все единодушно сказали: Бог говорит через нас, победа будет. А сердце неспокойно. И тогда царь иудеи спрашивает: а еще есть кто-нибудь? Может, один не пришел, а через него Бог будет говорить? Один. Я не люблю его, он никогда обо мне хорошего не говорит. Он не сказал, что правду обо мне не говорит, а хорошее. Да хорошее-то надо заслужить. Не все знают его имя, его отмечают редко. Михей, сын Имлая. Михей Имлаевич. Славит слугу. Я представляю, как он бежал, как он радовал. Прибежал, говорит, все пророки, единодушно говорят, победа будет. Пусть бы твое согласное было. Да разве может за меня отвечать? Бог что скажет, то я и скажу. И когда он пришел, царь уже настороженный знал, и скажет он как все. От такой темы человек, такой упорный, поперечный, он каждое слово по-своему, чтобы по его было. И вдруг он говорит: иди, будет победа. Царь испугался. Я тебе говорю, правду говорить. Но я правду и говорю. Но я видел, что израильтяне — это овцы растерянные. И он сказал такие слова: я вижу всех израильтян, растерянных по горам, как овцы, у которых нет пастыря и нет у них наставника. Пусть возвращается с миром каждый дом свой. Вот это победа. Ну и какая мне разница, рассеянный нет. Мне главное сегодня победу. Нет. Это так ударило царя. Он говорит: я говорил, никогда он обо мне хорошего говорит. Я пастырь, я царь, я издаю законы, я президент. Колебию веду к торжеству святого будущего. У них пастыря нет. Это овцы мои. Нет пастыря. А вот теперь к нам вопрос. А у нас есть пастырь? Эти шла не о Боге, а о видимых, которые Бог ставил. И те, которые пророчествовали, которые бежал посыльный, с одного еврея. Тут уже никакого шовинизма нет, никаких подделок нет, все точно. И все, что сказано, это к евреям. Они точно знали, что они исполняют закон Бога Всевышнего Иеговы, и что закон Моисея исполняется, и что они такие дружные друг за другом. И вдруг картина. Почему ты так говоришь? Мы все же один. А я был перед Богом, я видел, как Бог советовался, и дух говорил так, иначе Ахаву увлечь главное было. И один дух лжи говорит: пойду в уста всех их и буду говорить ложь. И Господь согласился и утвердил, поставил печать. И говорит: ты не так делаешь. Во всех вас ложь говорит. Все говорят, что овцы-то собранные под рукой одного царятишки. Монархический строй. К нему надо вернуться. Вроде овцы были развеяны. Дух лжи вошел. А это дух-то лжи допущен Богом был. Все хорошо, святая Русь. Это дух лжи говорил. А были люди, которые говорили: да, были. Я их знаю. Именам называю: Григорий Петров,
конкретно говорил людям рассеянным. Я вам Кронштадт не говорил. Он частично только открывал. Я им этого не говорил. Никто. Притом все растения. Здесь Израиль был рассеянный. Ладно, это идет. Но ведь это относится к нам. Израиль это в истории ушло. А мы? Наша община имеет пастыря? Мы рассеянные? А теперь какие признаки рассеяния? То, что каждый делает, что кажется ему справедливым, дает ответ на это. Сегодня собираются молиться католики во всех храмах православных. И когда это место прочитать людям, что Господь жалился над народом, что они были изнурены, рассеяны, как овцы, не имеющие пасты. Ну, знаете, Покровский собор-то, сколько батюшек-то? Вот я говорю, что если Иоанн Златоуст сказал, большая часть священников погибает, а там ей служит там 12, и сказать, большая часть сколько? Ну, явно не пополам, а больше. Ведь ни один не согласится, ни священник не согласится, и те, которые уехали. Ну, поезжайте по районам, приехайте сейчас в Тобу, в Ребриху и скажи, ваш пастырь спасется? Открыто не скажет, но уж никак, не хуже других. А ваши овцы рассеяны? Как рассеяны? Нас же окормляют, батюшка. Слово придумали особое. Не кормит, а окормляет. Да вы же ведь кости одни. Иезекииль видел поле затем сухими костями. Окормлять-то окормляет, да не кормил. Тут вот еще какой секрет-то. И овцы рассеянные. Они не знают пастыря Христа, а священник не знает Христа. А если бы они были вокруг пастыря, собирались бы вокруг слова, как Мария, сидели бы у ног Христа и слушали, нас объединяет Христос. Он есть истинная лоза. Я, говорит, пастырь добрый, пришел собрать моих. Он мои слушается и идут за мною. Он впереди идет. Главное, что впереди Христос пастырь. А вы со пастыри, Петр говорит. Итак, не господствуйте над наследием Божьим, а у православных, у католиков сплошное насилие господства. Ни одного слова не сказать, я тебе не предам. Я тебя возведу на костер. Та инквизиция придумана была. Господствовали с тираническим настроем. Кажется, ни одного не останется в живых. И чем это кончилось? А мы спросим, а у баптистов? Давайте к себе вернемся. Я сам сын пастуха. Отец мой 40 лет, если последний год считать, там со своей коровой по горам был. 39 лет он в одной деревне был пастухом. И я с 5 лет на поле. И я знаю, что такое пасти овец. Коров тут понятно, каждый день по дворам, и каждая хозяйка сразу найдет, мои коровы, а нет сегодня-то. А овечек-то надо считать. И мы считали. Ладно, у отца была память непобедимая, он знал каждую овечку. Кто, когда, диагноз, когда следующая будет охотиться, он всех знал. У него не было ни записи, ни одной, на память. А вот я пас, у меня памяти нет на это. Я их отвечал, они для меня все одинаковые. Я особую систему придумал. И она у меня во втором томе показана так. И та заболеет отца, а у меня 1200. Я в течение полутора минут мог узнать. Чья овца из какой деревни? Как? Пятно, свет, я все стал записывать. И сколько? Да, басы я знал. А если этого нет, я не знаю, сколько, что я осенью раздам, когда придут. Что я отвечу? Вот сколько у нас членов? Мы знаем, сколько членов, сколько приближенных. Вот у нас это не рассеянные овцы. Кого нет, мы спрашиваем? Вот, ну-ка позвоните, сколько нет? Уехали туда-то в деревню, эти уехали в отпуск, эти уехали за границу. Все до одного, у нас не рассеянные. И они идут не за человеком, потому что у нас Слово Божие. И священник-то у нас тоже понимает, он тоже под нашим контролем. Кто бы где-то он не пошел, то скажи, да в нашей общине-то. Ведь он сгорит у нас сразу. И епископ у нас себя чувствует неспокойно. Он мне говорил, я нигде так себя не чувствую, как в вешенном состоянии. И не согласен, но ничего не могу сказать. А то он мне не говорил. Значит, овцы рассеяны или нет, начал знать, а если там количество известных. У баптистов, да, есть. У них точно фиксировано. И у старобрядцев есть. Дальше это вопрос. Смотрите за то, что вместо пастыря не изберите волка. Может быть, они собраны вокруг волка. И Павел говорит, из вас, из самих, вас станут лютые волки, не щадящие стадо. И даже если знать, они не рассеяны, оказывается, это не все. Ты избери пастыря, с рожи которого нет святые отсущие. Который заботился, боролся, чем она питается. А ведь воспитается, это речь идет не о столе только. А что ты считаешь, что смотришь? Телевизоры эти, на пост говорим, заверните, отверните экраном к стенке. Не смотрите, ни с кем не разговаривайте, лишнего. Вот. И Христос увидел, они рассеянные. Вот это сын Иблая, когда увидел, царь приказал немедленно арестовать его посреди.
Я когда вернусь со своими овцами с фронта, я тебе покажу. Он говорит, не вернешься. Такой пастырь не нужен народу Израиля. Он ставит другого. Сектанты, я говорю, могут показать. У них строго фиксированное членство. Сколько есть. Самое абсолютно разброшенное, не имеющее членства, это не у мусульман, не у буддистов, а у православной церкви. Той церкви, которая тысячи лет идет. Я спрашиваю священника, а сколько у вас членов? Он не понимает вопроса. Приезжает сколько, ну, праздники приходят больше, знаете, меньше. Ну, такие сколько, ну, бывает 12, это уже может будет, это 12. Притом это все до одного. Я еще ни одного не встретил, который знал бы членство. Я знаю, членство есть в Москве у некоторых из православных. Но дальше смотрим, плавно ли поступает. По всем этим признакам-то посмотрим, да радоваться-то сильно нечему еще. И они были изнурены. Ну а выход где? А Господь, выход есть. Это жатва, она побелела, собирать надо. Люди готовы принять, а некому работать. Однажды мне пришлось известного богослова у баптистов, Карева. И он разбирает историю баптизма в России. Историю мирового христианства за 2000 лет. И говорит, более благоприятной среды для евангелизации, чем в России не было в мировой истории. Какая была жажда в народе. Юродствовали, под землю заливали. Едва только бросили евангельское семя, десятками тысяч пошли люди. Вот ведь в чем дело-то. Жажда была, а пастыря-то не было. Разбрелись. Революционеры бросили лозунг, пошли туда. Каких-то нет узверских всех. Даже считать страшно. Везде успели. И там же дисциплина-то есть. Какая? Вот говорят, это народный храм Америки. А ведь дисциплина-то была. Они постоянно тренировались. Сегодня все умирают. Подают всем напиток. Все пьют и не знают, смертельные или никогда подали смертельные, все 980 человек умерли. Все! До одного семи! И на это люди идут. А он говорит, пастырь добрый, пастырь полагает душу свою за овец. Священник должен идти за пастырем Христом и точно подражать ему. А мы смотреть на тех, которые живут по образу Христова. Павел, подражайте мне, как я Христу. И вот мы сегодня считали про самарянку. Как они пришли? Обратился в город Тихарь. Все приплыли корабли, нагруженные желанием знать волю Божию. Считая деяния апостолов сегодня, опять апостолы шли, не пропадали никому, кроме иудеев. Ну, пока так. Потом начали всем говорить. И люди собирались, очень мощные общины создавались. На этих людей нельзя было сказать, что они рассеяны. Наоборот, рассеянные овцы Израиля стали собираться. Рассеянные язычники стали собираться. Сегодня мы услышали это учение, и оно касается нас. Определить сначала, действительно ли мы не рассеяны. Мы не говорим о всех. А ты на неделю уходишь, и никто не знает, как ты живешь там. Пришел сюда, да, как будто по форме. А к осени-то, когда придем, лето кончилось, жатва прошла, мы не спасены. Вот такую фразу произнесут. Да, не будет это с нами. Не будет это с нашим пастырем, с нашим епископом. И надо все время молить. Господи, вышли делатели. Вот мы узнали, наши, кто могли быть священниками. Пока на этом остановилось. Молитесь дальше, чтобы у нас были священники и были запасные. Никак у нас и не приживается. То ли мы такие, то ли они не такие. Но надо, чтобы у нас было все единое вокруг пастыря Христа. Иезекииль 34:36 говорит так. На священников. Вы ели тук. И волною одевались шерстью. Смотрите, стригли шерстью-то. А рады не пошли. Как просчитаешь, Господи, так они же десятину брали и все, стадо не пошли. Но они же приходили три раза в год, и каждый еврей обязан был прийти в храм. Было. Пасху справляли, праздники. Это все православие сегодняшнее. Пасти это значит кормить. А чем кормить? Ну, соробят, я скажу, зашел, сдохшее бутылье дают. Не проживешь ничего. Ну, стояли, я стоял, чтобы всегда ему понятное, на родном языке. Не просто так. Вот сейчас я принес книгу показать. Называется «Протестантам о православии». И здесь православный профессор об этом пишет. Я считаю, хоть бы, ищи его, ты серьезно это писал или нет? Пишет, как у сектантов обращается, у баптистов, как крещению. Я сам знаю, что пишет правильно. Он из журнала переписывает. Ни слова нельзя сказать, все правильно. Он начинает насмехаться. А это что?
читает с выражением, она читает с выражением, а человек пришел, у него горе, кричать, надо читать ровно, как у семинаристов, не псалтырь читать, чтобы никакой интонации не было. Они понимают, а зачем? Допустим, человеку некогда в храме, забежал на 10 минут, ну и не понимает, что он стоял, он внутрь себя углубился. Я считаю, в ужас прихожу. Пока ты эти слова говорил, уже 10 000 было места ваших-то. Православие ты на нет исчезает. Ты хоть как умно не говори, сколько ты не приводи историков. Ты понимаешь, нет, что все секты полнятся. У них молитвенные дома переполняются, православные храмы пустые строятся, молиться-то некому. Все эти рассуждения имеют, если душа приобретенная. А ты бы сказал, а вот сектанты говорят, а так обращаются. Что они делают? Вот так. Иоанн Златоуст увидел, что ариане пошли крестными ходами. Не куда-то там вокруг храма, где поют. Да на понятном языке, песнопение как у нас. Немедленно садитесь. У нас есть такие истории, есть. Скорее садитесь, пишите. И завтра подобный крестный ход пошел на встречу. Самое-то доброе собрали, а его все рассеяли. Они нашлись, никто не знает где. А где ваша паства была? А кто знает? Вот скоричали, еще могут там фиксировать. Сколько крестили, половина не фиксирует. Вообще не знают. Назови 10 000, 20. У нас одного нет. Ну, наверное, 99 у нас было. Ну, давай запишем, что нет. У нас только 99 пока. Зигми. И мы не можем никак эту цифру перешагнуть. Как Барнаул. Не можете 100 000 забрать. И все. И вот послание к евреям 4.15. Бог говорит так. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, а такого, который может сострадать. И вот за кем мы пошли. Мы смотрим-то на священника, а в лице его мы должны видеть Христа. Мы пришли не к священнику, а ко Христу, который действует через священника. Пророк Исаия 56.10 и говорит так. Стражи их. Это говорит пророк великий. Говорит евреям. Я не знаю, знал ли Исаия, что эти слова его переведут на русский язык. Да знал ли вообще он о том, что есть такая страна, Сибирь. И что мы будем знать ситуацию, какая была в Израиле за 700 лет до Христа. Ибо стражи их, евреи, слепы, все, и невежды, все они, не псы, не могущие лаять, бредящие лежа и любящие спать. Я только прочитал первый раз, да при чем тут евреи, это что про нас? Это состояние до революции, было-то сегодня, любишь, все они невежды, с кем не встретишься, одно только, не берите наши книги и против. Это на неделе только на это встречался, человек никогда меня не видел. Это не мой сектант, ему доказываю, показываю, и другой его соратник, да не православный, были зарубежные, он ничего не понимает, они полностью мозги им отшибли. Они не просто любящие спать, они любящие лаять, облаивать весь. Спал-то бы, думаю, ладно, они перешагнули это. Если там говорят, оставьте мертвецам хоронить мертвецов, то эти начальные мертвецов проскапывают. Эй, про эту беду даже и не слыхали, и не знали. Пророк Иеремия, 5 глава 6 стих. Народ мой был, как погибающие овцы. Пастыри их совратили с пути, разогнали их по горам. И понятно, что они их убивали. Пророка и Исаия убили. Понятно, что такие люди будут гонимы. И что они были рассеяны. А кто почему? Пастыри разогнали. Как они? В храм не ходили, они не говорили. Евреи привлекали к себе. А разогнали тем, что пищи им не давали. Они не отвечали требованиям души человеческой. Я неоднократно повторял, какие должны быть качества лидера. Эти все 6 качеств должны быть у священника. У пастыря. Это знание, умение, как это сделать, что вперед смотреть, как довести дело до конца. Это должна быть решительность. Твердость, беспощадность грехам, привлекательность. И об этом надо говорить, чтобы у нас были пастыри, архипастыри такие. А они их разогнали. Народ мой погибал, говорит Господь. И теперь считаем Иеремия 27:17.